общем, да, начало учебного года, занятость молодежи и работа с обращениями жителей. Вопросы, которые обсудили на совещании Общественной палаты Одинцовского городского округа. Участники отчитались о работе всех комиссий за 3 месяца. С каждым днем обращений в Общественную палату все больше и больше. По разным вопросам, по разным темам, но все они очень важные. И раз жители их поднимают, значит, нет, ну, скажем так, ничего второстепенного. Для каждого человека тот или иной вопрос, он достаточно актуален. Налаживание обратной связи остается одной из приоритетных задач. Вице-президент торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов подчеркнул важность совместной работы. По линии Общественной палаты продолжать это взаимодействие и работать совместно. И так как у меня жизнь связана с реальным сектором экономики, то есть она представляет собой следующее. Задача – реализация. Другой формулы мне, я пока не рабочий в жизни не встретил. Общественников в округе становится все больше. 4 человека получили удостоверение консультантов-экспертов Одинцовской общественной палаты. Я очень рад, что я стал один из вас и смогу еще здесь приносить пользу обществу. Вы ваш человек, я пришел туда, куда я хотел попасть. Участник встречи, житель Одинцовского округа Денис Майданов, остановился на теме занятости молодых людей. Отметил, что в последнее время значительно возрос запрос на трудоустройство молодежи и подростков. Удивительным является большой запрос молодежи на работу. То есть мы говорим о подростках 14-18 лет. И очень этот запрос вырос в период пандемии, когда благосостояние многих семей упало. Мы говорим о работе подростков в каникулярное и во внеурочное время. Кто из нас не мечтал зарабатывать свои первые деньги, я тоже вспоминаю себя. И также я с 8 лет жил только с мамой, поэтому с 13 лет уже работал. Молодежь очень развита, образована. Мы говорим, да, о том, что она, в принципе, очень много знает. Это возраст, да, там, от 12 до 16 лет. Они очень много знают, они хотят от власти понятийного разговора. Они хотят действительно знать, как они будут жить в этой стране. Активная работа всех комиссий Общественной палаты продолжается. Ее представители участвуют в еженедельных совещаниях администрации по четвергам, чтобы напрямую передавать властям все вопросы, поступающие от жителей. Поэтому могу сказать, что что-то у нас, конечно, быстро решается, что-то берется в разработку, но ни один вопрос у нас не... скажем так, не уходит в стол, не уходит в корзину. Это правда очень радостно, это действительно замечательно. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».